И вообще я считаю, уважаемая Марья Ивановна, вот их бы на педсовет, а не меня. Ой-ой-ой, ну-ну-ну, ну как же можно в школе играть в карты? Разве это разрешено детям? О, круто! Никого нету! Ну сейчас я им устрою! Я такое придумал, ребята! Смотрите, все увидите! Лайк, подписка и комментарий с вас! Готовьтесь! О, Марьи Ивановны нету! Тупорев, а ты что тут делаешь? Тебя до сих пор из школы не выгнали! По моим расчетам, тебя не должно быть сегодня. Что это значит, еще не выгнали? Недоросли вы, чтоб сделать так, чтоб меня выгнали. Ну ничего, правда, досталось мне и чуть не выгнали. Ух, я вам устрою. Ну что стали, проходите, а? Наверное, опять Марья Ивановна влюбился и приходит первый. Ну или его заставили-то? Заставили, прикинь! И все благодарен! Сказали еще раз, провинюсь и со школы. Давайте садитесь, урок скоро начинается. А над этим можно потрудиться. Ладно. Тупорев, сильно тебе от родаков влетело. Ты извини, мы не хотели. Ага. Если б не хотели... Мне бы так не влетело бы тогда. Да ладно, Тупорев, тебе не привыкать отхватывать от родаков и директора. За дело не привыкать. А вот за такую подлую подставу, которую вы мне тут сделали, я вам просто так это не прощу. Так что, пацаны, держитесь сегодня. Тупорев, ну что ты сразу, а? Мы же поржать хотели, как ты над нами. Да за Тупин не волнуйся, ничего он нам не сделает. Правда, Тупорев, что тебе сказали еще одно замечание, и ты отсюда вылетишь? Правда, сказали так. Но я бы на вашем месте, пацаны, не расслаблялся бы. Да ладно, ты добрый. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Марья Ивановна. Здравствуйте. О, Тупорев, ты даже не опоздал. Я смотрю, педсовет не прошел даром. Ну хорошо, начнем урок. Ой, ну не переживайте, Марья Ивановна. Не будет у вас ко мне никаких сегодня претензий. Вы лучше вот за ними сегодня хорошо посмотрите. За их поведением. Ну, для начала тогда убери кубик Рубика и начнем урок. А вообще, Марья Ивановна, я в такие умные игры не умею играть. Вы прекрасно понимаете. Это не мое, это... Это Батанова! Это он мне дал! Ты чё вообще офигел? Чё ты меня подставляешь? Батанов, ты чё там шепчешься? А ну-ка убрал все свои игрушки! Это первое и последнее замечание на этом уроке! Извините, Марья Ивановна, хорошо, убираю. Круто ты его Тупорев проканал. А, точно! Марья Ивановна! Марья Ивановна! А за Тупин меня бьет по уху! Видите его? Красная! Затупин, ты почему дерешься на уроке? Хватит трогать этого Тупорева! Ты что хочешь, чтобы твои родители тоже в школу пришли? Марья Ивановна, вы что, не надо никаких родителей, я не дрался. Надо, надо, Марья Ивановна! Мне бы сразу вызвали! Что это за дискриминация такая? Затупин, я был неправ, надо нам с тобой быть повнимательнее. Да-да, пацаны, месть это такое... Ледяное блюдо, которое подают... Да и неважно. Короче, капец вам. Чувствую, ваших родичей сегодня в школу вызовут. Я в шоке. Марья Ивановна, Затупин разговаривает, а Батанов вертится. Действительно, ребята, как вы себя ведете? Весь урок болтаете. Тупорев на вашем фоне скоро получит примерное поведение. Извините, Марья Ивановна, но мы больше не будем. Все правильно, Марья Ивановна. Я стараюсь, я исправился. А вот они, оказывается, настоящие негодяи, которых никто не наказал. И вообще, я считаю, уважаемая Марья Ивановна, вот
Их бы на педсовет, а не меня. Я всего лишь хотел помочь. Так, ребята, за этой болтовнёй урок прошел. Я в учительскую, а вы отдыхаете. Тупорев, ну хватит дуться. Предлагаю в буфет загладить вину. С меня кола и булочка. А я порцию свою тебе отдам. Давай дружить. Хотя знаете, пацаны, вправду, что я вам скажу? На, на, тыки свою столовую. Я здесь без вас посижу, музыку послушаю. Валите. Ну и пошли за туда. Пошли. Специально даже телефон купил для этого дела. Не пожалел. Тупорева обидеть может каждый. А вот понести потом заслуженное наказание будет честью для них. Так, это раз. Заготовочки. Марья Ивановна ж домашку проверит. Что-то у нас тетрадка Ботанова, да? Отлично. И себе такую же завел. Теперь главное не перепутать, куда какую обложку наклеить. О, и клей была Тупорева, а станет Ботанова. А его тетрадь с выполненной домашкой станет моей. Ну что, это сюда, это сюда. Да, все верно. Так, а что ж я за Тупину придумывал? А, точно! Они же начнут возмущаться. И тут-то сработает следующий фокус. Так, коробочка от колоды с картами. За Тупину в рюкзак. Пару карт сзади под стул. А пару под стол. Ой-ой-ой, ну-ну-ну, ну как же можно в школе играть в карты? Разве это разрешено детям? О, идут! Ну ничего, остальные приколы по ходу дела.